В центре Хабаровска на дороге с односторонним движением столкнулись две «Тойоты». Полицейским же пришлось заполнять бумаги на троих участников столкновения. Nissan Juke попал под удар совершенно случайно. Эта машина была припаркована у обочины. Место для стоянки искала и 32-летняя автолюбительница на «Тойоте RAV4». Женщина подъезжала к работе и озиралась по сторонам, высматривая свободное парковочное место на плотно заставленной машинами улице. Позади кроссовера ехали еще два автомобиля, но досталось только одному шоферу – мужчине, управлявшему «Тойотой Чайзер». Авария произошла, когда автолюбительница все-таки нашла свободное место и стала сворачивать налево. Я еду, Хась посередине едет, и в первом ряду «Равчик». Равчик решил повернуть. Ему это ничего не помешало. А как так его развернуло на 180 еще? В поворот уходил. Получается, я его в бок ударил. И отбросило, получается, еще на... Отбросило на жук. Хозяйка джипа вину свою отрицала. Говорила, что перед маневром несколько раз посмотрела в зеркало заднего вида. Шофера седана она обвинила в лихачестве. А Чайзера вы не видели? Нет, не было никого. Чайзер уже летел с такой скоростью, что... Я только услышала тормоза. Из какого ряда вы поворачиваете? С левого, да? Почему с левого? Вот центральный перечень. Посередине. Я ехала дороги посередине. Виновницей этой аварии, похоже, будет признана водитель RAV4. Владельцам разбитых машин остается надеяться, что объема страхового возмещения ОСАГО хватит для оплаты причиненного ущерба. С места происшествия Евгения Куликова, Анна Карпова и Павел Рогатин.